тобой очень приятно проводить время. И у нас действительно оказалось много общего, и с тобой по-всякому приятно проводить время. Когда есть чем заняться, или когда нечем заняться. Нечем. Конечно. Или когда у нас новое хобби, пытаться кого-то еще позвать, провести с нами время. Но с тобой интересно делать все и всегда. Я хочу выпить за то, что когда-то нас что-то с тобой объединило. Я даже помню, ну что ж. Ура! Ура! Нельзя. А в ротик нельзя брать.